Большое резюме. Тренировка окончена, солнце садится. Мне время идти кушать и отдыхать, готовиться к работе. Итак, что могу сказать? Не ленивьтесь. Площадка – это то место, которое не забирает энергию, а дает. Допустим, когда идешь в зал, где душно, много людей, кто-то тебя раздражает, кто-то тебя отвлекает, а может, кто-то тебя радует, возбуждает и так далее. Значит, ну, в целом, я когда на площадке, я никогда не трачу энергию. Я ее только получаю. Здесь происходит очень много обменных процессов, очень много кислорода вокруг, плюс солнечный свет и отсутствие потолков. Когда нет потолка, ты не чувствуешь преград. А преграды, они мешают, их надо преодолевать. Поэтому всем советую, особенно летом, заниматься на площадке. Уходите из залов, приходите с друзьями, играйте в баскетбол, играйте в волейбол, футбол, площадка, брусья, отжимания, подтягивания. Занимайтесь своим здоровьем. Желаю всем успеха. Иван Высоцкий.